Май – это месяц, когда традиционно по всей Европе проходит международная акция «Ночь музеев». Но пандемия COVID-19 уже второй год подряд не дает европейцам возможности в полной мере насладиться этим праздником. Музеи в Латвии по-прежнему закрыты для посетителей, и мероприятия не организуются. Это, однако, не означает, что «Ночь музеев» полностью отменяется, как это произошло в прошлом году. В этом году данное событие состоится 15 мая и пройдет в нестандартном формате. Главной связующей темой «Ночи музеев» объявлена концепция границ, что особенно символично во время ограничительных мер. Городские музеи хотят использовать эту акцию, чтобы напомнить о культурном богатстве города и надежде на скорое открытие своих дверей. Сама акция будет проходить только на открытом воздухе и без масштабных мероприятий. Она начнется вечером 15 мая в историческом центре города и Даугавпилской крепости. Даугавпилский краеведческий и художественный музей предлагает совершить неторопливую прогулку рядом со своим зданием, которая будет сопровождаться интересными световыми и музыкальными эффектами. Рядом с музеем Шмаковки на площади Вейнибас будет создана экспозиция «Путь Шмаковки», которая расскажет историю создания напитка от зернышко до готового продукта. Свой вклад в акцию решила внести и Даугавпилская средняя школа дизайна и искусств «Саулес», которая предлагает посмотреть на выставки своих воспитанников в витринах и прогуляться по красивому кварталу школы, где при наличии хорошей погоды будет выставлена экспозиция выпускников РТУ «Молодые архитекторы для Латвии» и другие объекты. В Даугавпилской крепости разноцветной иллюминацией засияют Николаевские ворота и мост к береговому люнету, а у арт-центра имени Марка Ротко можно будет выпустить стресс у интерактивной стены разрядки-подзарядки и, используя приложение дополненной реальности, подняться вверх на лифте Ротко. Центр русской культуры Даугавпилса также включился в эту акцию, предлагая цикл онлайн-мероприятий и выставку своих экспонатов в окнах центра. Подробнее об этом можно узнать на сайте заведения ruskiydom.lv. Организаторы акции «Ночь музеев» отмечают, что отправляясь на прогулку в вечер субботы, каждому стоит помнить о мерах эпидемиологической безопасности, особенно в местах возможного скопления людей. Соблюдение этих правил позволит в будущем снова открыть двери музеев и насладиться историей, искусством и обществом друг друга. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.